Валюша, а еще как тебя по-другому называют? Лякай, а еще и... Лякай зовут тебя? Да. Ваня Лякай, а еще и... А тебя кто так Лякай называет? Женя. Женя, а Женя кто-то кто? Это Женя так, еще Ваня. Это мамин друг? Нет. А тебя мама кормит? Да. А ты кушать хочешь? Бывает такое, что ты кушать хочешь? Голодная, бываешь ты? Нет. Нет? Я только ням-ням. Ты только ням-ням. А мама твоя пьет? Вот куда. Вот куда? Часто бывает мама пьяная? Да. Да. Каждый день? А, и тебе дает? А где ты спишь? У тебя дом есть? Дома нет у тебя? А где вы спите? Нет, это тема вообще, согласись. Особенно когда спишь, так подходишь. Здесь, Валюш, да? Здесь спишь? Валюш, Валюш, а ты сок пьешь? Сок, да. А что ты еще любишь пить? А еще А пиво? Пиво, да. Любишь пиво? Да. А мама тебе дает. Нравится пиво? Да. Тебе пиво нравится? Да. А кто тебе пиво дает? Мама. Мама? А водку мама дает тебе? Нет. А вино? Нравится тебе вино? Чуть-чуть, я так. Так нет, а так чуть-чуть. Чуть-чуть вино, да? Да, так мама. Не дает, да, мама тебе? Да, я сам... Сама не хочешь? Да. А у тебя от пива головка болит? Нет. Нет? А ты много пива пьешь? Вот щек мне, я баю. Мне щек, да, что? Он мне вот это. Животик болит от щек? Да. От пива? Пива нет. Да мама, не эти у меня мускика. Я только не угодила, как там я. Полный живот у тебя, когда сок пьешь, да? Да. Как я там. Как Ляля там, да? Да. От сока? Да. От пива? Пива нет. Животик надувается? Как Ляля, надувается животик, как Ляля от сока, да? Да, как я там. А сколько тебе годиков, покажи. 4, ты уже пивцу любишь, да? Чуть-чуть. Чуть-чуть только. Нет, у меня макетом только. Еще у меня. Нет, мама, у меня макетка. И пиво я сама. Ты пиво сама пьешь, да? А мама не ругает тебя за то, что ты пиво пьешь? Нет. Нет? Ногти сама, если сама дает. Ногти не накрашены. А кто тебе ногти накрашивает? Я ее снимаю. Это Женя. А кто такой Женя? Он взрослый? Да. Мамин а друг? Кто это? Да. Муж мамин, да? Да нет. Или папа твой? Кто Женя? Да нет. Нет? У меня нет папы. У тебя ж нет папы. Как нет? А нет. Где он? Папа и тут, а там дома. Но он с вами не живет? Нет. А волосы тебе мама расчесывает? Спросите, с мамой вдвоем живет? Я сама еще. А ты с мамой вдвоем живешь? Да. Или еще кто-то с вами живет? Да, Женя, а Женя, это кто, братик твой? А где сейчас мама? Скажите. Женя, мама, я не... А, где она? Не знаю, она не где она. Я только еще... А кто тебя кормил в обед? Вот? Кто тебя кушать давал? Сама я, ням-ням. А где ты взяла? А где ты взяла кушать? Мама мне, ням-ням. Оставила мама ням-ням? А что дают ням-ням? Кашу или что ты ела? Кашу я, там мне Аня. А каша вкусная была? Невкусно? Невкусно каша была, Валюш? Я кашу еще не Аня мне. Не ела еще кашу? Валюш, а ты спишь, на кроватке спишь? Да, там она... И как она? Она вот такая? Ты на полу спишь, да, настелена так на полу, да? А далеко отсюда ты же спишь? Нет. А где? Это бомж. Она пьет пиво в 4 года. И вино чуть-чуть любит. Надо что-то делать. И пиво пьет 4 года. Нет, нет. Давай, Валюша. Она любит пиво. Вино она немножко пьет. Да, Валюшка? А больше она любит пиво. А мама тебя не ищет? А сока у нее как ляля в животе. Как ляля, она говорит, от сока. Сок вот так надувается же, вот как будто ляля там, да? Да. А мама сейчас знает, где ты? От пива нет, сказала. Не знаю. Я не а, мама, а там мимо, а там. Я не а, вот там мимо.
Мама ли она там, или там, она не знает где, да? Она еще плохо разговаривает. Ты одна сейчас, да, дома? Ты сейчас одна дома? Да. Маугли. Мне Женя в лавку, Женя. А он тебя бил? Кто? Женя. Женя. Нет. Он тебя не бьет? А мама бьет? А как он тебе в лавку? Мама бьет, бьет мама? Тебя? Чем бьет мама? Руки чем? Руками бьет? Да. По голове? А за что она тебя бьет? Ты не слушаешь маму? Женя, а ням-ням? Слушаешь ням-ням когда? Да нет. Еще, еще как его? Как его? Еще я не а ням-ням. Ну ты просишь ням-ням, а мама бьет тебя за это. Ням-ням не дает тебе, говорит нету, да? И бьет, так? Не так. Нет, нет, не так. Не так? Женя ням-ням просит? Ой-ой-ой! А кто? Я! Ты просишь ням-ням? Да, а мама мне, а тата попи. А тата по попе, за то, что ты ням-ням просишь, да? Пап. Пап, давай. А чем мама бьет, руками или ремешком? Руки бьет. Руками бьет? Руками бьет. По голове? По попе? Валюш, мама по попе бьете? Почем попадет, да? Да? По спине бьет, наверное, по ручкам тебя, да, мама? А ногти накрашены. Кто накрасил? Это вот Женя, это... А Женя, это девочка или мальчик? Это мужчина. Это мужчина, это мама и Женя. Ногти кто накрасил? Сама это она, Женя. А Гена взяла. Это Женя, Женя. Это Женя, мама. Это Женя, это Женя. Раз, это Женя. Заканчивайте, это хватит уже. Все? Да, заканчивайте.